Приветствую вас. Смотрите, Александр, какая штука. Вам для чего-то нужна семья, да? Вам для чего-то нужен муж. И речь идет о том, что вы хотите не только любви, но и, вероятно, чувство защищенности. То есть у вас есть первое – непринятие себя. Второе – это проблема с личными границами. И, на мой взгляд, именно с этими вещами и нужно работать. То есть вы, в принципе, свою мысль озвучили правильно. Вот. Но только это там именно вот психотерапии достигается. То есть это не какой-то такой есть универсальный способ, который вам поможет решить проблему. Дальше. Вы говорите, что если мужчина от меня отодвигается, то меня это естественно ранит. Вот ключевое слово естественно. Почему естественно ранит? Я лично в этом ничего естественного не вижу. Напротив, если человек отодвигается, как это влияет на вас? То есть, видите, вы реагируете на это болезненно. Получается, что мужчина своими действиями подчеркивает некоторые моменты, некоторые элементы того, что вы о себе думаете в негативном ключе. Вот. Так что в целом вы прав насчет того, что у вас проблемы с самооценкой, ну, только, не только самооценка, сколько именно вот непринятие себя, да, и все то, что вы хотите от семьи. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще одна деталь, на которую вы не обратили внимания. А именно, что у вас в 20 лет есть энергия на то, чтобы устроить отношения. Ну, тут вот энергия на то, чтобы устраивать. План, да. Энергия на то, чтобы выстраивать, ну, какие-то вот идеи и прочее. И как бы вы здесь не замечали этим, как бы вы здесь не замечали этим, свою нереализованность. Потому что реализуете вы адекватно в сторону своих интересов, в сторону своих ценностей, вы бы и людей могли бы найти, которые бы оценили вас, которые бы смогли увидеть вас. Ну вот. И соответственно, брак для вас был бы не так важен, как он важен сейчас. Так что тут такая вот история, двоякая, да. Нужно разбираться.
Избавляться ни от чего ни в коем случае не стоит. От слова совсем. Вот. Именно избавляться. Именно избавляться ни от чего не нужно. Вот, все нужно разбирать, все нужно раскрывать, нужно исследовать. И я полагаю, тогда для вас будет возможность изменить свое поведение, свое отношение. В первую очередь, наверное, к себе, не только вот к другим людям, сколько именно к себе самой. И на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.